лучшие мебели и товаров для дома в «Маяке» на Глинке 24. «Маяк» — это там, где любят тебя. Артем, какие впечатления от сегодняшнего матча? Как думаете, почему все-таки не удержали победу в Новокузнецке? Да, игра была равная. Просто больше повезло, наверное, «Медведям» сегодня. Так вот вели до последнего. Потом они сняли вратаря. Удалились. Зря, конечно. Так и получилось, они забили гол. А булит — это уже лотерея. Как повезет. Нам не повезло. Вы сами уроженец Новокузнецка. И сегодня выходили играть против кузнецких «Медведей». Какие-то дополнительные эмоции сегодня испытывали? Да, конечно. И родственники пришли на игру. И все равно как-то хотелось лучше себя показать. С лучшей стороны. Так, да и родные стены помогали все равно здесь, сколько я и начинал здесь играть, и 2 года играл, так, да, помогало бы здесь, стены и родственники. Ваш отец, прекрасно известный в мире хоккея Новокузнецка человек, это Сергей Москалев, если не секрет, чем занимается сейчас ваш отец, остался ли он каким-то образом в хоккее или уже отошел от этих всех дел? Нет, он сейчас работает, от хоккея отошел, с хоккеем сейчас вообще никак не связан. Вы поиграли уже, получается, в молодежной хоккейной лиге за Питер. Сейчас играете в Уфе. Как думаете, возможно ли такое развитие событий, когда мы вас, возможно, увидим в форме одной из новокузнецких команд, может быть, «Медведей» или «Металлург»? Да, конечно, возможно, все. Как дальше пойдет, загадывать нельзя. Посмотрим, что будет дальше.